ребят, что хочу вам сказать. Лето — это кайф. Песня про лето пишу я постоянно. Была у меня одна песенка в 2019 году под названием «Пальма». Сейчас я вам ее спою. Я выступал в Волгограде впервые, первый и последний раз, почему-то. Вот сейчас второй. Это был, по-моему, какой-то виноград-бар или что-то такое. Было клево. Розовое вино тогда еще не стрельнуло, ничего такого. Вот. И было классно, было немного народу. А сейчас вас дофига и больше. Погнали! Чтобы не дать.
Yeah.